Так, привет, смотрящие, мы продолжаем игру «Жизнь после». И, в общем, короче, мы пришли в наш лагерь, куда напали упокоители, и мы должны поспасать как можно больше заложников и освободить всех. Короче, нахрен перестрелять всех этих ебаных упокоителей, и особенно Шизу, блядь. Ебаный в руку. Твари, отходи, блядь. Ты, бля, сейчас буду, сука, свобода, блин. Блять, да что происходит-то, блять, а? Твою мать! Как так он смог? Да ёб вашу мать, а! Тут, блядь, подумать нельзя вообще. Тут мне надо хотя бы... Пусть он покорится! Покоришься, блядь, сейчас. Я больше не позволю этим скотам убивать наших. Покойся с миром. Только таким образом. И как с ними еще? Сука, с этими тварями. Это мне. Вы же знаете, Николь, да? Идите на запад к пешеходному мосту, она там, на дозорной вышке. Идите и помогите, чтобы больше ни один упокоитель не пробрался сюда через болото. Ты посланник Божий, мои молитвы услышишь. Да, только шевелиться не могу. Беги! Спасибо! Говорит. Ладно, Николь, теперь дело за тобой. Спасибо! Спасибо! Что, все остальные мертвы? Вас как нас не благодарить? Все будет отсюда. Спасибо. Спасибо. Бухарь! Бухарь! Рики! Кто-нибудь! Рик! Я думала, потеряла тебя! Рики! Где Бухарь? Шиза! Опа! Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? В лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Рика. Нет! Вот черт! Рики! Я знаю, что ты здесь! Он не двигается! Да вы че, блядь? Как так можно вообще? Ох, твою мать, а! Что-то не больно жестко, с ними вообще, блядь, в рукопашную нельзя, я так понял. Рики, кто-нибудь! Рики. Да бери ты пулемет этот, ёбаный. Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я... Дик. Упокоители ломятся в лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Иди. Что там за... Нет! Вот черт! Рики! Пошли в лазарет по-тихому. Надо к лазарету. Она знает, где Бухарь. Блять,
блядь! Да что за хуйня, блядь? Да ты, блядь, сдохни, тварь, блядь! Да что за хуйня, блядь, а? Да ты задницы, блядь, сгорел ты и сгорел! Фу, блядь, твою мать, это пиздец какой-то! Он такой неповоротливый, так, блядь, сука, еле-еле движется. Рики. Дик, он пока возьмет этот пулемет, блядь. Рики, где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где, Рики? Я, Дик, упокоители ломятся в лазарет. Черт! Одержись, я иду туда. Дождись меня. Вот чёрт, Рики! Снайпер хуев, блядь. Лазарет. Она знает, где Буха. Сука! Сука, блядь, они отовсюду, блядь! Нахуй! Да, блядь, заебали, блядь! Освободите! Это нереально, блядь, это пиздец, короче. Тут сейчас жопа начнет гореть просто очень сильно, блядь. Рики, кто-нибудь? Дик, я думала, потеряла тебя. Рики, где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я, Дик, упокоители ломятся в лазарет. Черт! Одержись, я иду туда. Дождись меня. Дик, иди. Нет! Вот черт, Рики! Ты сгоришь! Надо к лазарету. Чего вы такие живучие, а? Да иди ты нахуй, блядь! Рики, кто-нибудь? Дик, я думала, потеряла тебя. Рики. Где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я, Дик, упокоители ломятся в лазарет. Черт! Одержись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Иди. Нет! Вот черт, Рики! Блядь, это не повсюду. Надо к лазарету. Это снайпер конченый, блядь. Рики, кто-нибудь? Дик, я думала, потеряла тебя. Рики, где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я, Дик, упокоители ломятся в лазарет. Черт! Одержись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Иди. Нет! Вот черт, Рики!
сука, за мной бежит, блядь. Да отвали, блядь! Урод, блядь. Да, блядь, ну что за хуйня? Ну что за, блядь? Сука, горишь, сука, тварь, блядь. И сдохни, блядь. А? Беги, блядь. Сдохни, тварь, блядь. Че ты творишь, блядь? Давай, давай. Кто-нибудь? Потеряла тебя. Рики, где Бухарь? Где Шиза? Я не понимаю, что происходит. Я видела его с Бухарем. Где? Где Рики? Я... Дик. Упокоители ломятся в лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Пойди. Нет! Черт, ну, черт! Рики! Надо к лазарету. Она знает, где Бухарь. Ты чё, блядь, дебил, блядь? Бери, блядь, свой лазер, нахуй. Ну, сука, живучий, а? Тихо. Тихо, 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 тихо. По-тихому. Последний. Это люди! Да, блядь, люди нахуй. Назад! 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 Пролей его кровь! Где ты, сука? Жертвуй его! Здесь нет никого. Хочу вот это. Дерьмо. Скорей и освободись. Покойся с миром, брат. И чини боль. Интересно, смогу его, блин? Вот. Хватит, успокойся. Присядь. Сядь, говорю. Давай попробуем его отремонтировать. Пошли. По-тихому, нам сюда. А, вот. Что вот? Нет, пусти ее, пожалуйста. Нет! Вы потеряны! Потеряны! Нет, 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 нет! А что у него в руке, не могу понять.
Толпа фриков идет. Как он пистолет держит? Какого хрена ты наружу вылезла? Я услышала крики. Не могла же я просто так сидеть. Стоп. Погоди минуту. Что происходит? Все кончено. Железный Майк договорился о перемирии. Что? Я ничего не понимаю. Ну, сейчас выясним. Ты как? Идем. Рики, ты прости меня. Это ты меня прости. И как Железный Майк договорился о перемирии? Майк, это все просто недоразумение. Им нужно только... Напали на мой лагерь. Нужен. Убили моих людей. Это просто недоразумение. Что? Мы нарушили договор. Пришли на нашу землю. Украли наши припасы. Вы ах, напали ты на моих людей. Майк, послушай. У нас сделка. Ай-яй-яй-яй-яй. Покоритесь, братья. Покоритесь. Ну уж и заизлагай про сделку. Черт возьми, подожди. Ну, расскажи. Расскажи, как ты с потрохами продал нас им. Чего ты от меня хочешь? Да хорош придуриваться. Говори давай, пока я не перерезал тебе глотку. Ладно. Ладно! У меня сделка с Карлосом. Ясно? Майк, я не хотел. Не хотел сдавать лагерь. Клянусь. Только их. Этих двух. Его и Бухаря. Они ты, ему сука! Нужны. И все. Да, удачная вышла сделка. Я же хотел спасти лагерь. Я же хотел вернуть мир, который он нарушил. Майк. Дик. Убей. Я рад, что ты жив. Отпусти его. Да он нахуй опутался. Дик. Ты чё? Хорошо. Карлос. Он сказал правду? Да. Насчет вашей сделки. Лгут лишь потерянные. Да. Правду. То есть, мы вам Дика, Уильяма, байкеров, или как вы их там зовете? И вы не трогаете Lost Lake. Вы упокоитесь с миром. Даю слово. Вот это гарантия. Твое слово. Великий царек великих упокоителей. Эй, мы пришли под флагом перемирия. Да пошел ты! Это мой лагерь. Мои люди. Я не позволю, чтобы ты тут что-то требовал под своим кровавым флагом. Хрен тебе! Мне плевать, что сделали эти парни. И зачем они тебе нужны. Знаю только, что ты их не получишь. Майк, пожалуйста. Был уговор. Нет, вот уговор. Карлос. И другого тебе не светит. Бери своих людей и проваливай отсюда нахрен. А Шизу надо ехать. Иначе умрем все вместе. Прямо здесь. И сейчас. Прежний союз в силе. Конечно. Я им уверен. Сучий пуха! Тюха! Так. Пиздец, Шизе, короче. Веди дика этих на выход. Шиза должен уйти вместе с этими дикарями, блядь. Другого варианта нету. Эй, мы не закончили, Карлос. Покорись, брат. Дик, пропусти. Пропусти! Майк, я хочу сказать... Да его нахуй вообще надо изгнать из лагеря. Этого забереть. Да нахер мы сами с ним. Руки убери! Ой. Я все пытаюсь втолковать. А вы не слушаете. У нас тут так дела не делаются. Мы тут людьми не торгуем и не считаем нормальным хладнокровное убийство. Уведите его. Отвали. Мы будем его судить. Как цивилизованные люди.
и тогда он свое получит. Я не стану извиняться. Не стану. Я пытался. Пытался спасти этот лагерь. Спас. Карлос не отступится. Упокоители не отступятся. Слышите, не отступятся. Кто это был? Джесси. Да, мало ему того, что он возглавил свою секту после конца света, ему еще и возмездие подавай. Сука, Джесси, гребаный псих. Да. Видать, он пас нас уже давно. В Крейзи Уиллис на нас напали совсем не случайно. Так Шиза хотел нас ему продать? Куда его увели? Я ему еще башку сверну. Нет, Шиза пока подождет. Ты лучше собирайся. Молотовых возьми, патронов сколько унесешь. Ну и что ты задумал? Уверен, это плохая идея. Да, плохая, но мы это провернем. Я сейчас заберу взрывчатку из дома и запальный шнур у Шиза. Жди меня у моста. Объясню по пути. Ты со мной, брат? Да. А, да. Ну что, сейчас будет интересно. Новый рецепт. Фугас. Дик, ты на связи? Да. Дик, он ответь! Да, Рики, я здесь. Слушай, мне некогда. Поехали к указанной точке. Что произошло? Я видела, они посадили Шиза под арест и... Да? Хорошо. Слушай, я сейчас занят. И Карлос со своими просто взял и уехал. После всего, что они сделали. Угу. Ну, куда я пошел? Шизи! Теперь надо отнести это к себе и никому не попасться. А, к этим, блядь. Понятно. А это что? Ой, а это что? Так, что, теперь сейчас должен от своих ныкаться, что ли? Отнести это к себе, это куда к себе? И никому не попасться. Из своих? К себе тогда попытаемся не попасться. Идем кустами. Найдите огненной шнур. Что это? Нож какой-то лежит. Так, куда идти? 140 метров. Ладно, пошли туда. Короче, будем взрывать пещеру с этими, блядь. С зомбями. С ордой зомбей. Ой, блядь, высоко. Тут уже не надо ни от кого прятаться, все нормально. Надо забрать шнур. Он здесь? Логово Шизо. Посмотрим, что у тебя припасено, старина. И как я поверил этому козлу? Да урод он. Ага. О, май. Ему уже не понадобится. Ого, у меня пушек. Это я вместо чего взял-то? Понятно, вместо пулемета. И даже меня никто и не спросил, а хочу ли я. Ну ладно, взял-то и взял. Что это? Окончил с отличием? Что? Так и знал, что никакой он не бандит. Ой, ну Шиза, ну все сразу бандит. Умный человек был, ну дурак. Трус, ну дурак. Дурак, ну трус. В моем списке врагов будет только одно имя. Твое. Шиза. Что это за фотографии?
Че это? Неважно. Короче, что-то сожгли. Так, куда идем? Идем к мотоциклу. Ну да, сейчас патроны купим. Так, у меня что-то из трофеев есть вообще? Просто интересно. Черт! Когда напали упокоители, я решил... Ну, понимаешь, что нам кранты. Понимаю. Понимаю. Я слышал про то, что ты сделал. До скорого. Угу. Дик. Что ж ты так давно не заглядывал? Мои солнце. Привет, мое. Блэр. Как торговля оружием? То есть это мне вот это вот дали, да? А, вот это мне дали? Не, подожди. Ладно, что-то мне дали, короче. Отлично. Ладно. О, хороший выбор. Так-то лучше. Вот так. Пожалуйста. Мне не нужны эти световые гранаты. Блять, особое только это, блин. А тут дробовик. Слушай, дробовик. Дробовик, это же хорошо. Ну, блядь, походим пока с автоматом. Ясно. Эй, Дик, береги себя. Ага. Купишь что-нибудь? Я не Бас, знаю, продашь. Как жизнь в лагере. Не продашь. Если вспомнишь, что нужно, приходи. Так, давай заправимся. Ладно, ладно, сейчас заправим. Давай, отремонтируемся. Сильно его не долбай. Угу. Ну да, ладно. Удачи. Так, ну, нет... Заходи еще. Хорошо. 100 лет провозимся. К Бухарю пришел. А. Я больше не могу. Эй, ты чего? Что на тебя нашло? Да я вообще ветеринар, ты понял? Я училась лечить коров, лошадей и прочих копытных. Это что, похоже на копыта? Эдди, ты видел, что стало с Бухарем? Я так уже не могу. Тут всегда столько раненых. Эдди. И столько умирает. Эдди. Дикон, я не врач для людей. Ну да, и мне похер. Другого все равно нет. Надеюсь, ему руку не отрежут, как Бухарю. Ну, у меня там заражение пошло, он очень долго был. Такой жесткий. Так, чё? Значит, Тедди не врач, а? Да, Тедди не врач. Ну, что, что ты не врач? Она ветеринар. Ты спасла жизнь Бухарю. Да, отпилив ему руку. А это все-таки что-то значит. Веришь ли, я был копом. Верю, верю. Вырвали. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо, обучено, снаряжение. Так я за Бухарем пришел, да? А, Дик, я пошла глянуть на взрывчатку. Рики. Мало ли, вдруг упокоители сопрут, а потом пошла к Шиза глянуть на шнуры, а надо было сразу сюда время не терять. Проваливай, Рики. Собрался пещеру взрывать? Да. Так я помогу. Я был пацаном, когда отец нашел под сараем крысиную нору. И знаешь, что он сделал? Не представляю. Дождался утра, чтобы они уснули, закрыл дыру фанеркой и велел тащить садовый шланг. И сказал мне, как сейчас помню, лучший способ убить крыс в норе – утопить их. Да, крысы плавать не умеют. Ты хочешь взорвать резервуар над лагерем? Да, все так. Дикон, нельзя. Я помогу ему покоиться с миром. Дикон, нельзя так делать. Почему? Из-за Майка? И вашего сраного перемирия? Шиза его давить готов, но в одном он прав. Карлос не отступит, люди его не отступят. И ты это знаешь. У тебя не личный мотив? Еще какой личный?
Ну чё, вперёд? Бухарь, я иду к воротам. Ты готов? Да я уже тебя жду. Ладно, сейчас буду. Крутая пушка. О, да. Подарочек от Шиза. Будешь возвращать, позови меня. Я тебя позову. Садись, бухарь. Шиза, вот ты тварь. И как мы поступим с этим гадом? Мы же не допустим, чтобы Майк правду устроил суд. Нет, не допустим. Не знаю. Ну так какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара работала в лаборатории к югу от Iron Butte. Я раньше ездил туда. Забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. К югу от клуба располагается водохранилище Crescent Lake. Мы с тобой взорвем эту плотину. Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы. Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему, скорее всего, ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет, и Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. А как там Лиза? Теперь надо только придумать, как незаметно пробраться в долину, да? Ничего, доедем! Только держись крепче! Ну я, блядь, ездить не умею, так что держись крепче. Столбы все сшибаю по дороге. Так, заправляться будем? Не будем. Эти сжигать не будем. Тут открыто? И чё? А, тут уже открыто? А, блядь! Упокоители! Вижу! Это не жесткие эти упокоители, это пиздец какой-то. И, блядь, сколько надо патронов было в него высадить, этого ёбаного упокоителя, блядь. Давай, бухарь, блядь, укажи им путь. У тебя пушка-бухарь есть, блядь, вообще какая-нибудь, а? Бухарь, ты чё туда вообще полез-то? Он убил нашего. Давай. Получи. Вот так вот, молодец. Бухарь, ты куда, блядь, дебил, блядь? Бухарь, вали его. Чё там? Бухарь, ты чего ж ты бесполезный, а? Бывало и лучше. Все, прорвались. Пора закругляться. Давай, я прикрою. Так, ну и чё, и куда мы идем? Так, подожди, куда мы идем-то? А, к мотоциклу, да? Или нет, или куда? Нет места, нет места, нет места.
А, ты уже тут сидишь, да? И куда? Спасибо. Открылся новый путь. Так, стоп. Полицейская машина, подожди. Это я пропустил. Набеги давай быстрее. А нет, патроны рядом, хорошо. Все, поехали. Садись. Бухарь, блядь, садись нахуй. Точнее, не нахуй, а на мотоцикл. Так я здесь выйду. Отсюда надо двигаться на юг. Я за тобой. Подожди, дай я тут еще. Гляну, что здесь у нас. Давай, открывай. Понятно все, максимум. Теперь патроны по максимуму везде. Погнали. Давай, бухарь, бля, я без себя ехать не могу. Так, прыгать не будем. Значит, упокоители рядом. Так, а мне чуть-чуть ехать осталось, да? Ну давай, поехали. Я не знаю, как пешком туда приходить или на мотоцикле. Ладно, поехали на мотоцикле. Ну что, легко не будет? Не. Угу. Кто сказал, что будет легко? Мы должны эту банду взорвать. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Ну, я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок. Я очень вежливо и аккуратно взорву там все нахер. Бухарь. Ну, а ты будь здесь и прикрывай меня, пока я устанавливаю заряды. О, ты долбанулся? Да я справлюсь. В перестрелках я не силен, на взрывчатку-то я заложил. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел и точно знаю, куда ее ставить. Чудно. Вот ты подскажешь мне, что куда. Ты готов? Да. Погнали. Погнали. Я буду на этой вышке. С нее просматривается вся плотина. Подожду здесь, пока ты поднимешься. Давай, подожди. Хорошо. Ты готов? Угу. Я пошел. А вот что мне снайперскую винтовку. Давай, дали, да? Быстро и незаметно. Понял, брат. Бухарь! А, ладно, иди, иди. Блять, чё надо как-то так, сука, прицеливаться? Тяжело, да? Давай, бухарь, блядь. Ах ты, сучара! Да, блядь, не могу в него попасть. Где поставить первый заряд? Вот видишь мостки, которые наверху плотины? Я на месте. Так, сука, неудобно целиться. Ставлю первый заряд. Угу. Готово. Перехожу к следующему. Молодец, бухарик. Так держать. Упокоители идут. Вижу. Хорошо стреляешь. Угу. Так держать.
Неудобно. Я сказал, я тебя прикрою. Пиздец, как неудобно. Я закладываю второй заряд. Сейчас опять упокоители идут, да? Ну так уж и трудно. Поможешь? Да, да. Все? Иди давай. А он еще приехал, да? О, шикарный выстрел. Не останавливайся. Ходу, ходу. Я тут малость занят. Уберешь их? День. Вижу. Блять! Сука, ну попробуй, блядь, убей его. Уйди от меня! Вижу! Опять же упокоители! Сейчас, держись. Где он, блядь? А, вон ты, сука. Где-нибудь, на большую трубу у основания плотины. Это напорный водовод. Так, я почти на месте. Как же этой винтовкой тяжело целиться? Так, третий заряд. Я на месте. Ты шевелись там. А ты сам попробуй одной рукой и ножом. Угу. Рука-нож — это круто. Я даже немного завидую. Ответишь? Лихо дня. Дик. Да я вижу, блядь, но я, сука, я не могу. Я разберусь. Ну, как это долго, блядь. Где, блядь, сука? Где ты, тварь, блядь? Все? Что там? Бух? А, он еще кто-то. Где он? Ну так, чувадик, ты хочешь, чтобы я и заряды поставил, и упокоителей перебил? Да. Делаю, что могу. Четвертый заряд. Винтовка, сука, неудобная, пиздец. Ну что, я все заряды заложил. Беги, бухарь! Быстрее, я не могу! Нормально, да? Давай! Давай! Ой, красиво! Ой, красиво! Ой, красава-то какая-то, а? Молодцы, пацаки, справились, да? Затопили нахрен упокоителей и тебя, так, я бы немного удивил. Охренеть! Ты как, цел? Да! Вроде бы, да. Железный Майк будет в шоке. Погоди-ка, а где моя? Каждый раз смешно, да? Пойдем. Пойдем за Джесси. Ладно, на этом мы эту серию тоже закончим и встретимся в следующей серии. Пока что, как говорится, всем до встречи и всем пока.